Я байкер, видели? На самом деле, мне кажется, наебнуться так очень хорошо, да? Наебнуться не надо. Раша, ну, посмотрите на меня, раз в жизни вот в такой хреновоте, я его шканянин. Вот, я пошла. Белая, разные волосы я хочу. Вырастить длинные. Тебе тепло, девица? Переключается и не кончается, все продолжается взлетами, спадами, под снегопадами. Это Марат, мой инструктор. Он, как это называется, каскадер. Я учу Лену Катину, вот мое слово. Это моя лучшая ученица за мою историю. Ну ладно. Я байкер, видели? Занялся модную пидорку. Вот. Теперь я эскимос. Пока. Мы с тобой звездами кажемся. На, хочешь вот сразу штаны одеть? Думаешь, надо? Не, я просто тебе представила, пошла в церковь. Ты подумал, что, блядь, что если я буду реально вот прям вот такая вот? Не, мне кажется, моя жизнь на этом закончится, блядь. Это лопаты, знаешь, не хватает. Я приехала на занятия на мотоцикл. Надеюсь, что не ёбнусь. Знаешь, я первый раз упала. Я просто села вот на мотоцикле, я даже не газовала, просто стояла так чпок, знаешь, в сторону, что он тяжелый. Как тренировка?